Я так давно ждала этого момента, и последнюю ночь я долго не могла уснуть, я вертелась. Но когда наступило утро, я была безумно счастлива. Всем привет! Ну что, начинается наше путешествие. Мы едем с нашей малышкой из Вильнюса в Ригу. Женька, ты рад? Счастлив. Он очень счастлив, он просто еще не понимает, насколько он рад. Ну, Машка, все, теперь ты будешь обязана надрессировать ее так, чтобы меня это не напрягало. Вот, потому что я очень не хотел собаку, ты это помнишь? От самого начала я был категорически против. Вот, а сейчас я сижу за рулем и еду за ней. Погодка в этот день, конечно же, была замечательная, как и мое настроение. Дорога из Вильнюса в Ригу у нас заняла примерно 4 часа. Конечно же, мы заехали вкусно, пообедали в Риге и отправились на встречу к нашей малышке. Пора было уже ее забирать домой. Море, Рига, Маша, собачка, Фанта. Девочка, походу, все Фанта. Вот такое вот море в Риге, холодное. Поэтому мы даже до него не дошли, как бы вот, посмотрите. Да. Пока вот море есть. Все, я Машу на море свозил. Все, Маша, в этом году мы на море с тобой не поедем. Да. Тебе хватит, да? Да. Фанта. Ты же хочешь, чтобы она отзывалась? Ну а что, они же умные. Ну, не настолько. Мне обещали, что пудели умные. Ну не настолько же, не так сразу. Ой, на солнышке красиво. Ой, да, на солнышке. Ну, Маша, ты скажи, ты рада? Я очень рада. Не искренне рада. Актриса. Вот и сбылась наша мечта. Да, Женька? Сбылась мечта. Маша, главное, чтобы ты была счастлива. Да, смотрите, какой комочек счастья. Она только очень переживает. В машине едем, все трясется. Нервничает ребеночек. Уставшие, но счастливые, мы отправляемся домой. Этот день точно поделит нашу жизнь на до и после. А как это будет происходить, смотрите на моем канале.